милость и мир, и благословение Божие да будет с вами во все дни. С цитаты архимандрита Гавриила начался духовный вечер, посвященный юбилею канонизации преподобного исповедника. Митрополит Симбирский Новоспасский Анастасий выступил со сцены с проникновенной речью. И мы надеемся, что Господь будет воздвигать из нашей среды, из простых мирян, из духовенства, находить единицы таких людей, на которые будут ориентироваться молодое поколение, зрелое поколение, те, кто ищет спасение, кто ищет Христа. А это главное. Глава города Николай Горшенин подчеркнул важность этого события для нашего города. Друзья мои, самое главное, как говорил наш архимандрит Гавриил, должна быть вера в душе и добро к людям. И нам все это делать помогает архимандрит Гавриил. Я вас от всей души поздравляю с этим праздником. Счастья во всем, благополучия. Мероприятие завершил концерт, подготовленный силами димитровградских творческих коллективов. Татьяна Баловнева, Татьяна Елисеева, Виталий Немов. «Наше время».